Приветствую всех читателей моего блога man50.ru. И сегодня я бы хотел освоить новый формат, сделать такой видео-подкаст о беге. Сегодня просто очень удачный день для меня получился, именно беговой. И бегал рано утром, сейчас уже 17 часов, и до сих пор просто отличное настроение, полученное в результате утренней пробежки. И, в общем-то, хотел поделиться этой радостью. Хотел написать статью на блог, как получать удовольствие от бега. Но потом передумал и решил все-таки записать вот такой видеорассказ. Итак, как же реально получать удовольствие от бега? Вот несколько советов. Ну, во-первых, удовольствие от бега начинаешь получать не сразу, как только ты начал заниматься. Это об этом я уже говорил. То есть удовольствие приходит тогда, когда ты можешь бежать легко и долго. Это надо потерпеть, какое-то время потренироваться, и это обязательно будет. Потом, очень полезно, конечно, купить себе хорошую форму. Так, чтобы она радовала, и вы чувствовали в ней себя уверенно и нравились самому себе. Ну, я когда начинал бегать, конечно, бегал в каких-то случайных вещах. Но потом, когда бег становится твоим увлечением, постепенно то в командировке, то в Москву поедешь, то закажешь через интернет, набираешь много интересных и приятных вещей, комфортных для бега. Очень рекомендую зарегистрироваться в какой-нибудь социальной сети спортивной. Например, я с удовольствием вот общаюсь с друзьями в Эндомондо. Слежу за другими, смотрю, как люди бегают, так сказать, не даешь себе спуску. Это очень мотивирует для того, чтобы не расслабляться. Что еще? Да, с удовольствием смотрю видео про бег. То есть в интернете есть такой канал Василия Парникова, который очень много и интересно рассказывает про всякие беговые фишки. Про тренировки, про обувь, про питание. Ну, в общем, у него можно найти ответы буквально на все вопросы. Иногда полезно побегать с плеером. То есть берешь плеер, хорошую музыку, интересный подкаст. Интересные подкасты, кстати, программа «Тренировочный день». Набираете в интернете, просто в гугле «Тренировочный день», и вы выйдете на подкаст, в котором очень много рассказывается о беге, о триатлоне, о спорте. То есть очень-очень мотивирует во время бега слушать такие подкасты. Очень полезно. Что еще? Ну, маршруты. Меняйте периодически маршруты бега. То есть не бегайте все время по одному и тому же маршруту. Это в конце концов надоедает и утомляет психологически. Если нет возможности бегать по другому маршруту, просто поменяйте направление. Если вы бегали круг в одну сторону, бегите в другую. Но находите возможность бежать по какому-то новому месту. Это всегда очень интересно, особенно если ты не знаешь, что там за поворотом. Ну, бывают такие периоды, конечно, что и бегать надоедает. То есть во всех занятиях есть периоды подъема, периоды спада. И когда просто наступает период спада, ну, это надо просто почувствовать и надо как-то себя замотивировать. Ну, у меня периоды спада, не знаю, сейчас не припомню, как-то все время какая-то сильная мотивация существует. Но я бы рекомендовал в период спада, допустим, купить себе какую-то новую спортивную одежду или на какой-нибудь аксессуар спортивный, например, пульсометр. Кстати, пульсометр очень полезно иметь. Мне, например, гораздо интереснее бегать, зная, каким темпом я бегу, какой у меня пульс. Ну а вообще это очень полезно для правильного построения тренировок, чтобы не превышать свой пульс в самом начале тренировок и не бегать на пределе своих сил, потому что это, в принципе, очень вредно для здоровья. Сердце должно привыкать к нагрузкам постепенно. Ну и еще, конечно, одна из таких мотивирующих фишек, которая позволяет продолжать бег и получать новое удовольствие, это поставить себе цель. Но цель должна быть реальной. Не ставьте себе сразу в начале тренировок цель пробежать марафон. И даже полумарафон. У меня, например, цели были вполне конкретные. То есть вначале я
ставил себе цель пробежать 5 километров, потом 10, потом 15. И выполнение каждой цели давало мне дополнительный стимул. Какое-то время я бегал гордый собой, что я пробежал 10 километров. Потом и одновременно в голове у меня выстраивалась задача на ближайший, ну, как правило, это через 5 километров было, вот 15 километров, потом 20, полумарафон. Полумарафон пробежал, потом у меня была цель 30 километров пробежать. После 30 я уже вплотную задумался о марафоне. И вот постепенно решая эти задачи, ты все время поддерживаешь свою мотивацию, интерес к бегу. И поскольку задачи выполняются, они не могут не выполняться, ты получаешь удовольствие от бега. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать, как получать удовольствие от бега. В заключение хотел бы проанонсировать следующий выпуск видео. Вот сегодня купил такие полипропиленовые тройнички сантехнические и 3 метра полипропиленовой трубы. В ближайшем видео буду показывать, как сделать весьма полезное приспособление для занятий в домашних условиях. Гимнастических занятий в домашних условиях. Так что подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, заходите на сайт man50.ru. До встречи в эфире.